«Уступи дорогу спецтранспорту». Под таким лозунгом сотрудники госавтоинспекции провели в Махачкале профилактические мероприятия. Kia 524, остановите его. Во время рейда автомобили, не пропустившие скорую помощь, были остановлены. С нарушителями сотрудники ДПС провели разъяснительную беседу. Они отметили, что, несмотря на загруженность дорог в столице, в момент проезда неотложки необходимо перестраиваться, ведь от своевременного приезда скорой помощи на место может зависеть жизнь человека.